Смотри, просто гигантская. Ну-ка, давай взлетим и посмотрим на этот масштаб. Вот это да! Ничего себе! Вот это бомба! Вот это воронка, ребята! Ты посмотри на эту воронку! Просто ничего себе! Всем привет, ребята! Вы на канале Funny Games TV. Меня зовут Максим. Я вас приветствую. Ребята, у нас сегодня очень замечательный день. На нашем канале 70 тысяч подписчиков. И смотрите, что я вам приготовил сегодня. Мы построили, мне помогли. Добрые люди, спасибо им. Помогли построить вот такую надпись. Очень много здесь использовано взрывчатки ТНТ, ребята. 70 тысяч и спасибо. Слово, огромное слово спасибо. И взрывчатки. Сегодня мы, ребятки, с вами все это взорвем. Смотрите, здесь очень большое количество просто ТНТ. О, здесь пробел. Слушай, это надо исправить. Так, ну-ка, есть, отлично. Так, давайте все облетим. 7 высотой, 7 получается кубов высотой. И, ну, я не знаю, сколько здесь использовано всего все этой взрывчатки, ребят. Очень много. Ну, не сказать, что, конечно, это рекорд. Я думаю, что на Ютубе было и не так. Но это я все вручную мы это все строили. Сегодня, ребят, мы взорвем. И все это благодаря вам. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что вы смотрите канал Funny Games TV, смотрите меня. Всем вам огромное спасибо, ребят. Ну что ж, ребят, давайте побегаем, поприкалываемся. Сегодня такая будет серия у нас приколов. Давайте попробуем установить здесь взрывчатку и попробуем ее взорвать. Что с этими коровками здесь произойдет? И также вас ждет сюрприз. У меня есть очень крутые взрывчатки, которые помогут нам разнести этот мир сегодня. Давайте попробуем, ну-ка, взорвем сейчас. Так, давай, коробка, иди-ка сюда. Ой, я не то нажал. Вот, ну-ка, давай, давай смотреть. Так, коробки, ой, как же мне вас жалко, я не знаю. Ух, смотри, какой же прикольный. Все разнесли здесь. Все просто разнесли. Вон, свинок, пойдем помочь им, ну-ка. Эй, свинка, привет, свинка. Рюх-рюх. Свинка, как дела? Привет. Так, давай установим, тут все сейчас заложим вокруг свинок эти взрывчатки и... Ой, ты куда побежала? Стоять. Нельзя уходить, нельзя убегать. Ты в клетке и взрывчатки. Подожди, говорю. Подожди, ну-ка, свинка, уйди. Вот, стоять. Ну, что ты творишь, а, поросячий ты виск. Так, стоять. Я говорю, тут нельзя проходить, здесь кругом взрывчатка, тут все заминировано. Стойте на месте. Стойте, говорю, не зли меня лучше. Ты посмотри, что она творит, а? Она убегает. Так, ну вроде мне удалось ее заминировать, да? Не знаю, вот одна еще бегает. Ну, я думаю, что ее накроют сейчас. Так, давай, откуда начнем? Да, отсюда давай начнем. Смотри, что произойдет сейчас. Какой-то у нас беспорядочный, тут, конечно, все раскидано. Так, ну, ничего, неплохо получилось. Смотри, как взорвалось все. Так, давайте, кстати, посмотрим. У меня, значит, есть какая-то взрывчатка еще другая. Смотри, майнер ТНТ. Давай с нее начнем и посмотрим, как она бабахнет. Так, куда ее поставим? Давай вот сюда вот поставим вот этим коровкам и посмотрим, как она бабахнет. Так, ставим, значит, факел. Я не знаю, как их активировать. Ну, я вот так их как-то активирую. Смотри, бум. Ох, и что она делает? Она, получается, лишь копает как будто бы, да? Так, ну да ладно, хорошо, давай... Ой, землю там насобирал, зачем мне эта земля? Так, следующая какая-то фаербомб, смотри. Фаербомб, давай попробуем фаербомб запустить. Так, факел ставим сюда и фаербомб ставим сюда. Ух ты, огонь, смотри, видишь, все горит. В общем, вот как эта фаербомб работает. Смотри, если мы устанавливаем факел и мы устанавливаем фаербомб... Вот, просто все как бы, ну, уничтожается не так много блоков, но все горит потом после этого взрыва. Так, ладно, хорошо, давай смотреть, что есть у меня следующее. Напалм. Окей, давай смотреть, значит, что сделает напалм. Значит, ставим сюда факел, и где наш напалм? Вот, напалм, давай смотрим. Ух ты, ничего себе, смотри, лава из него возникает, да, из этого напала. Напалма лава потом вытекает. Так, ладно, хорошо, так, это убираем. Следующее, что, скейтер-бомб какой-то. Так, да, скейтер-бомб, потом идет нюк, и С4, и гидроген-бомба какая-то. Я не знаю, что за гидроген,
Так, давай, ладно, скейтер-бомб, значит, выберем сначала факел, установим, и теперь выбираем скейтер-бомб. Так, и давай смотрим. Так, что же произойдет? Какой будет взрыв? Ох, ничего себе, ты посмотри! Вот это разрушение, а! Ничего себе, смотри, как тут все, пол скалы, пол горы, это снесло просто. Ну-ка, давай вниз отправимся, это кто? Это кто тут, крипер? Привет, привет, чувак. Да, так, смотри. Ничего себе, ты видишь, да, какие масштабы? Смотри, как мы с тобой все разрушили тут кругом. Водопад вот этот. Ох, эти падают, я не знаю, как их зовут, ребят, какие-то осьминоги, не осьминоги. А ну-ка, давай вот сюда куда-нибудь, вот на этот блок попробуем установить, ну-ка. Так, ставим факел и выбираем этот, как она у нас, как это у нас, скейтер-бомб какая-то? Давай, смотрим, смотри. Смотри, как бомбанет, смотри на эту скалу. Ба-бам! Ух, видал, аж не успевает загрузиться, компьютер начинает тормозить, смотри, как мы снесли. Ты посмотри, какой масштаб просто разрушений. Гигантский, вот это да, вот это бомба, да? Причем ни хлопка, ничего не слышно, но смотри, что она наделала. Она разрушила тут просто. Все практически снесла, да? Скала, смотри, в воздухе повисла. Ну-ка, давай скалу эту снесем. Полностью вот сюда где-нибудь бомбу установим. Так, где, да, давай, ну-ка. Ой, не туда установил. Ладно, уберем. И давай... А, подожди, у нас же есть нюк. Ну-ка, давай нюк попробуем. Во. Я не знаю, что это за бомба, нюк. Так, давай. Ух ты, как долго она... Вау! А, она все поджигает, смотри, там аж лес начал гореть, ты видишь, да? Нюк, ясно. Смотри, там вон лес везде горит. Все горит, короче, кругом. Ничего себе, она все подожгла. Она разрушения практически никакие не приносит. И из-за этого дико начинает, ребят, тормозить компьютер. Смотри, все горит просто, надо отсюда. Ладно, давай отсюда убежим куда-нибудь подальше, потому что тут начинает все гореть. Так, надо найти какое-нибудь поселение нам. Может, где-то найдем мирных жителей, ребят, и попробуем веселье им принести в дом. Знаешь, как праздник к нам приходит, вот так мы им праздник в дом принесем. Так, ничего не прогружается, не успевает, смотри. Все подтормаживает. Ну-ка, давай. Ух, там лава, видал, под землей. Под этими лагами всеми. Ну-ка, давай, 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 загружайся. Есть какое-то поселение, нет? Кто-нибудь видит? Смотри, там пещера какая-то, да? Мы можем в эту пещеру, похоже, спуститься. Давай попробуем спуститься. И C4, ну-ка, здесь установим. Так, подожди, это не то. Давай посмотрим, как C4 себя поведет. Так, давай. Я не знаю, ребят, как это... Ух ты! А, C4, нет, ничего такого. Просто как-то взрывается. Непонятно. Ну-ка, давай, вот сейчас у нас здесь, вот возле куропаток. Где курочки? Идите сюда. Курочки, рябушки. Так, ну-ка, держите. Так, здесь C4 моя. Нет, не это, следующая. Вот, вот, ой, подожди. Ну-ка, бух, ух, миско. Так, одна курица даже выжила, ребят. Так, ну ладно, так, следующее, что у нас тут? Гидроген-бомба. Что за гидроген? Я не знаю. Давай попробуем, посмотрим, что гидро. Гидро это, по-моему, вода, может, какая-то водяная или... Водородная, наверное, водородная, скорее всего, да, точно, водородная бомба. А ну-ка смотрим, как эта водородная бомба бабахнет. Давай далеко не будем улетать. Непонятно, потому что на самом деле сильно она бахнет или не сильно. Сейчас посмотрим, что произойдет. Ну-ка. Ух, как долго она, смотри, моргает, а. Давай быстрее, ты что так долго активируешься, бомбяшка? Нет, скорее всего, наверное, она сейчас бомбанет очень сильно, ребят. О, исчезла. И что произошло? Почему она исчезла, Что случилось? Коровы живы? Может, компьютер не успевает прогрузить что-то? Коровки, вы живы? А, нет, они, смотри, они зависли, да. Скорее всего, компьютер не успевает прогрузить, ребят. Сейчас, похоже, здесь бомбанет капитально. Сейчас будем ждать. Не знаю, что-то коровы зависли. О, видишь? Во-во-во-во-во, все зависло. Пипец, все зависло, ребят, вообще у меня ничего не светит. Ох, смотри, все горит просто. Все пылает, надо подальше отсюда улетать. Давай, вообще, смотри, все тормозит. Вот, ребят, смотрите, более-менее все прогрузилось. Смотрите, какой масштаб от этой бомбы, какое разрушение. Тут давайте вниз попробуем спуститься. Как-то все квадратом, смотри, она взорвала, я так понимаю. И вон огонь, аж смотри, вон аж до туда долетел. Это как, я тебе говорю, как ядерный взрыв, ну, водородный, наверное, водородная бомба какая-то.
Смотрите, видишь, да, огонь, докуда аж дошел? Вот там был взрыв, вон там. А огонь аж до туда вот долетел. Смотри, все деревья, видать, сгорели, да, я так понял? Да, одни палки эти торчат, березы. Все сгорело, смотри, кругом. Просто все сгорело. А, да, ужас, ужас. Разрушения, конечно, какие-то невероятные. Смотри, видишь, все горит кругом. Все, вот тут горит, тут горит. Тут вот что-то в воздухе блоки какие-то висят. Видать, все это снесло просто взрывом. Видишь, вокруг все деревья горят. И там, вон, видишь, вдалеке все горит. А вот такая вот воронка получилась от этого взрыва. Давай спустимся туда вниз. Ну давай, падай. Так, вот. Видишь, как тут все разнесло. О. Видишь, какой водопады вот эти остались. А там что, это что, стекло, что ли? Это что такое? Да, стекло. Откуда здесь стекло? А, ребят, как стекло получилось? Скажите мне, я не знаю. Я вообще профан в Майнкрафт, не умею играть. Только вот учусь ради вас, вот познаю игру. Не знаю даже, как в нее играть толком. Вообще не умею никакие ни крафты там, ничего делать. Так, давайте, я знаю, вот есть такой, по-моему... как бы такая команда, чтобы нам вернуть день. Во, отлично, да, чтобы у нас было видно все. Ладно, давайте отправимся дальше. Значит, что следующее у меня какая-то бункер, бастер. Давай устанавливаем за место ТНТ. Потом вот это. Я не знаю, что такое проджектайл какой-то. Это что, бандлет проджектайл какой-то. Это супернова какая-то бомба, видать. О, метеор. Так, таймбоб, смотри. Какая-то, да, получается бомба, на время можно, и Precession ТНТ какой-то. Не знаю, давай, короче, выберем первый вот этот бункер, бастер, и посмотрим, что он тут будет нам разносить. Давай куда-нибудь сюда отбежим подальше, и попробуем взорвем ее, и посмотрим, что это за бомбочка такая. Я не знаю, я еще ни разу, я только установил этот мод, и еще не смотрел даже. Давай смотреть, что будет. Ух, ничего себе, вот это класс! Ты видишь, да? Ух, прикольно, смотри! Она просто вниз, до самой земли, получается, разнесла все. Ну-ка, подожди, давай еще попробуем. Где факел? Ставься. Так, еще раз, так. Смотри. Ух, вау! А почему вот это? Это что, не уничтожается, что ли? Это что за блоки такие? Смотри. Себе, смотри, где я. Вот это. Ты видал, где я? Я выпал из мира Майнкрафта. Вот это круто. Прикольно. Так, это у нас что было? Бункер Бастер. Давай, пропеллант какой-то следующий. Где мой это. Как он называется? Редстоунский факел, по-моему. Ты видел, я выпал из мира Майнкрафта. Вот это я даже такого не знал. Так, хорошо. Следующее, значит, у нас пропеллант какой-то. Не знаю, правильно я читаю его или нет. Я не силен в английском языке. Давай вот сюда отлетим. Вот сюда, вот на эту площадку. И попробуем бабахнуть. Давай, ну-ка, устанавливаем. Давай, на. Так, и устанавливаем. Так, смотрим. Давай подальше на самом деле отойдем, а то сейчас как начнутся какие-нибудь лаги. Ох, что-то она тоже долго взрывается. А, нет, взорвалась. И что произошло? О, ты слышал, да, звук-то взрыва был? И что произошло-то? Ничего вроде не произошло. Может, ее как-то по-другому надо активировать? Я не знаю, что это за бомба. Может, она не взрывает породу, скалы? Непонятно, видишь? Ух ты. Тут что-то поисчезало, корова вроде бы исчезла. Так, ну ладно, хорошо. Следующее, что у нас так после этого? Projectile какая-то. Projectile, да. Давай попробуем projectile, посмотрим, что это будет. Что за взрыв? Ух ты. И чё? Что это за взрывик такой? Чё это за взрыв такой маленький? Ну-ка давай возле коровы где-нибудь установим. Так, коровка. Ты не хочешь отведать нашей бомбяшки? Ну-ка, держи. Не убегай, ты чего убегаешь? О, ну, корова взорвалась, кстати. Ну, я не знаю, что за бомба такая. Ничего особенного, в принципе. Хорошо, давайте следующее. Так, булыжник уберем. Ай, подожди. Уходи, булыжник. Так, бандл проджектайл какая-то. Не знаю, что за бандл проджектайл. Давай, у нас был просто бандл, по-моему, да?
Ну, давай попробуем вот эту, посмотрим, что тут произойдет. Так, и... Ух ты, ух, ничего себе, смотри, все разлетается кругом, вот это да. Ничего себе, вот это круто. Прикольно оно, смотри, везде, фу-фу-фу-фу, во все стороны разлетается. А ну-ка давай где-нибудь вот здесь, здесь. Нет, надо вообще куда-нибудь, знаешь, вот такую бомбу надо запускать где-нибудь в пещере какой-нибудь. Где у нас пещера можно найти? Ну-ка полетели, вот туда полетели. Вот тут, по-моему, типа пещеры что-то. Ну нет, тут не пещера, но тут типа под этой, под скалой мы с тобой можем, в принципе, сейчас взорвем и посмотрим, что тут у нас произойдет. Смотри, сейчас как начнет бабахать она по всей этой... По всей этой площади. И она размножается, эта бомба, видала? Она еще очень много всяких бомбочек раскидывает. Все, и вот такой вот взрыв, в общем. О, у нас до туда долетает, вот это круто. Так, хорошо, следующее, что у нас там? После этого идет бандл Супернова. Вот, вот это что-то прикольное название какое-то. Давай ее вот сюда же тоже установим, в это место. Так, так, так. Я так понял, что эти бомбы, они еще, видишь... Так, это что было? Они оставляют вот после себя ресурсы. Вау, там зомбак горит или кто. Так, давай хорошо смотреть. Супернова, значит, ребят, бомба называется Супернова. Так, где наши разрушения, те, которые мы делали? Где-то там, в той стороне, по-моему, да? Ух ты, смотри, как она долго моргает. Я чувствую, что сейчас тут, наверное, взрыв будет просто гигантский какой-то. Смотри. Смотри, долго свинки, видишь, зависли. Зомби зависли, похоже, они уже взорвались, или что произошло? Синка, ты жива? Да, видишь, она зависла, все, значит, сейчас тут капитальный взрыв будет, ребят. Наверное, сейчас опять все зависнет, я не знаю. Сейчас будем смотреть. Так, ну, до сих пор моргает, ты посмотри, а? Что происходит, Ты будешь взрываться, нет? Компьютер, наверное, не успевает прогружать всю эту информацию, я не знаю, почему так долго. Вот, исчезла, смотри, давай смотреть, что за разрушения нас тут ждут. Ну и? Все что ли? Я чуть не понял. Что за ерунда? Где взрыв-то? А? Бомбяшка. Взрыв будет? Нет. Эй, зомби, как вас там? Крипы или как вас звать-то? Я забыл. Ох, ох! Ёлки-палки, ничего себе! Вот это взрыв, ты посмотри! Ты это видишь? Вот это бомбяшка! Ух-ух-ух! Смотри, сколько она снесла! Вот это да! Очуметь! Смотри, просто гигантская! Ну-ка, давай взлетим и посмотрим на этот масштаб! Вот это да! Ничего себе! Вот это бомба! Вот это воронка, ребята! Ты посмотри на эту воронку! Просто ничего себе! Понятно, почему она так долго моргает, потому что она сносит, смотри, просто какое-то гигантское! Ух-ух-ух! Ты посмотри! Ничего себе! Разрушения какие! Вот это прикольно, ребят! Вот это да! Смотри, тут лава! Ну-ка, давай с тобой пролетим сквозь этот водопад. Шух, вау, классно. Так, ничего себе, смотри, она до этого, до конца практически мира. Это что там такое? Что такое моргает? А, это типа опыт, что ли? Смотри, тут какие гигантские разрушения. Ты видишь это, да? Это просто невероятно. Просто бомба какая-то вообще... Я не знаю, мега-супер крутая бомба. Смотри, как она тут все разрушила, все разрушила. Вот это да. Слушай, так, а если еще, допустим, попробовать взорвать там туман аж? Смотри, это просто невероятно, вообще круто. Так, ладно, давай смотреть, что у нас там дальше. Это у нас, значит, бомба называлась Супернова. Вот у нас Метеор, вот у нас Таймбоб. И это что? Процессион ТНТ и Антиматер какой-то. А это я не знаю, что такое Cold Dust. Не знаю, что это бомба, не бомба вообще. Так, ладно, давай отсюда подальше отлетим куда-нибудь. Попробуем наш Метеор проверим. Вот тут в лесу, может, где-нибудь проверим его. Давай в лесок, да, вот сюда вот спустимся. А вот там... Это бегает, по-моему, нет? Ну-ка, подожди.
Тут, а, нет, тут цветочки растут. Ну хорошо, вот тут давай мы этот метеор и проверим. Так, давай редстоун этот берем, факел. И так, метеор. Так, хорошо. Ох, 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 быстро он взорвался, смотри. Вот это да. Ох, 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 смотри, как он быстро взрывается. Однако, и все лавой и покрыл, смотри, вокруг. Ты видишь, да, все тоже горит и все в лаве. А, ну как метеорит, типа, да? Как будто после метеорита, видишь, разрушения такие. Давай, ну-ка еще раз вот сюда отскочим. Слушай, где же найти поселение людей, а? Почему я нигде не могу их найти? Ну ладно, может где-нибудь найдем. Давай вот здесь где-нибудь на ровном месте просто бабахнем и посмотрим. Надо будет просто сразу, я не знал, что так быстро этот метеор взорвется. Сейчас мы постараемся сразу убежать. Ах, бабах, смотри, что происходит. Просто взрыв за взрывом. И это что, снег или что-то падает, видишь? Да, кругом, короче, лавой накрывает. Как будто в это место упал метеорит. Вот как это работает. Ладно, поехали дальше проверять. Так, таймбомб. Значит, я так понимаю, что она работает на время, да, как-то? Только как? Допустим, мы ее установили. И что теперь? На ней что-то моргает. Ее как-то можно активировать? Ух ты. Смотри, время 9600, говорит, 8. А вот это что? 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1202, 4, 8. Вот, 8. И чё? Ну вот, установили. И как взорвать-то вас? Допустим, мы установили. Что дальше? Enter нажать? Нет, не происходит ничего. Может, как-то не взрывается со временем? Я не знаю, ребят, ну... Что-то я установил 8. Ну давай попробуем традиционным методом взорвать через факел. Надеюсь, она активируется таким образом. Нет, она не активируется таким образом. А, нет, во-во-во, загорелась, смотри. Давай посмотрим, какой от нее масштаб. А, не, ерунда. Она, то есть, не сильно, короче, взрывается. Так просто взрыв обычный, просто можно время поставить. Ну ладно, это неинтересно. Хорошо, давай тогда дальше. Что у нас там? Еще какая-то ТНТ у нас тут. ТНТ, давай вот эту попробуем. Ух ты! Ха-ха, так сразу что ли? Да, прикинь, так сразу она взрывается. Причем все выживает кругом. Видишь, вон даже редстоун этот факел остается. И антиметр какой-то. По-моему, последний на сегодня этот... последний на сегодня эта бомба. Давай ее попробуем, взорвем. Посмотрим, что это будет такое. Антиметр какой-то. Не знаю, что за бомба. Давай, отлетим подальше на всякий случай. Ах, кстати, время. Подожди. Да, давай вернем его. Чтоб у нас обед был. Обед или что у нас это тут? Ну, день, в общем. Антиметр, смотри. Ну, пока, короче, самая крутая, я так понял, что супернова какая-то бомба. Супернова. Так, давай, антиметр. Ничего себе, как долго, смотри, он моргает. Ну, ты будешь взрываться? И чё? Что за взрыв такой? А? Что за взрыв? Ничего не произошло, слушай. Слушай, а вот это вот что такое, а? Давай попробуем вот сюда ее установим. Может это... Ой-ой-ой-ой! Что случилось? А, вот он взрыв какой, смотри. Ух-ух-ух-ух-ух! Ничего себе! А я говорю, взрывчик, вот, она только прогрузилась, смотри. Ну, тоже довольно-таки, конечно, не супернова, но очень большая воронка тоже. Смотри просто, как это все тормозит дико, а, ребят. Так, вот тут лошадки, ну-ка. А ты кто? А, лошадка друг на друга залезла, ясно. Так, что вот это такое, а? Как вот это вот, может, она бомбу... Так, бомбу активирует, вот эта гадость? Нет. Нет, я не знаю, что это такое, ребят, пишите в комментариях, если вы знаете, потому что если вот так вот устанавливаешь традиционным способом, видишь, ничего не взрывается, приходится вот, вот так именно под факелом поджигать эту бомбу, и тогда вот, тогда, видишь, все нормально. Так, ну моя вот эта Bundle Projectile, а нет, мне знаешь, какая понравилась, просто Bundle есть, а Bunker Buster, вот это мне понравилось, тоже довольно-таки неплохая такая бомбежка, смотри, как она... Помнишь, да, она вот так вот взрывается, вот. Смотри. Бабах! И видал, что? Видал, какой тут бункер образовался? Просто
Классно. Еще можно было его направлять, допустим, чтобы в бок он там куда-то стрелял. И вот так можно, смотри, тут расчищать. Вот, допустим. А если вот сюда, на дно, суперново установить? Давай установим, а? Давай посмотрим, что тут произойдет. Ну, придется немножко подождать, конечно, ребят, потому что вы помните, как она долго, видишь, она долго. Взрыв сразу происходит, но воронка прогружается очень долго. Сейчас нам придется подниматься наверх. Давайте посмотрим на эту воронку. Тут просто вот это вот все снесется, наверное. Вот тут ничего не будет. Вот это все, вся воронка, вот это объединится, я тебе говорю. Сейчас тут просто капитальный будет взрыв. Ну, прикольный вот этот бункер, мне понравилось. Смотри, как он, бух, квадрат такой ровный, да? Я не знаю, может, 20 на 20 там, или 50 на 50 проделал. Сейчас вот это вот, я тебе гарантирую, вот этой вот скалы не будет точно. Мне кажется, что вот это вот все, вот это дерево даже, по-моему, снесется. Там просто гигантское, гигантское какое-то, я не знаю, разрушение. Ну, придется ждать, ребят, придется ждать, потому что это очень долго все прогружается. Мне кажется, что даже вот до вот этой скалы все долетит. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Давай попробуем вот тут вот стоять где-нибудь на этом дереве. Вот тут давай встанем вот так и будем стоять. Смотри. Хотя, не будем стоять. Да, смотри, исчезает. Нет, до сюда не достало, смотри, до сюда не достало. Но все равно, ты посмотри на эту гигантскую воронку. Смотри, какой взрыв просто. До той воронки достала, которую мы... Да, достала, я же тебе говорю. Он, видишь, как взрыв произошел. Вон там все посносило. Ну-ка давай выше взлетим. Смотри, какие водопады. Вода просто в воздухе. Я не знаю, почему она не исчезает совсем. Потому что как бы она не может из воздуха бежать вниз. Она должна, по идее, исчезнуть. Смотри, какая воронка. Просто мега... Здоровенная. Просто мы тут весь мир с тобой этот разрушили. Так, давай. Ух, смотри. Видишь, да? Смотри, как ух, сносило все эти... Все квадратики, смотри. Вот здесь, как будто их разбросало, да? Лошадь даже живая осталась. Эй, лошадка, ты как выжила, а? Ты как выжила? А ну-ка лети. Ой, жалко, упала. Ну ладно, ничего страшного. Так, кто здесь? Есть кто живой? Нет? Да, там, наверное, всех этих посносило, как их там, зомбарей и прочих, как их называют-то, я забываю все это название. Ладно, ребят, ну, в общем, вот так вот сегодня получилось у нас. Мы с вами поприкалывались, поуничтожали все, смотри, куда-то в какую-то пещеру я тут залетел. Ох, классно, можно было летать бы тогда сквозь водопад, реально, вот, прикольно. Посмотри, какая воронка, просто мега-мега воронка, а. Смотри, круто, да, прикольно. Так, надо где-то у меня там были эти крылья, давай их оденем, ну-ка. Так, сюда, по-моему, да? Ну-ка, о, давай, полетаем здесь, посмотрим. Прикольно, да? Вау, классно. Смотри, ах, вверх не могу, сейчас упаду, давай, летим, вокруг вот этого вот всего пролетаем, в воду залетели, давай, летим, Майнкрафтер, или как там тебя звать, как этого героя, кстати, в Майнкрафт зовут, ребят, кто знает. Так, ну все, приземляемся. Ну что, ребят, вы готовы взорвать все это? Я не знаю, у меня почему-то не получается вот этот редстоун, я уже построил, он, видимо, то, что очень большой путь, очень длинный, не доходит почему-то до взрыва у меня. Давайте попробуем вот сюда новый блок поставить. Активировалось? Нет? Нет, прикинь. Я не знаю, ребят, я говорю очень... Вот, все, убегаем. Смотри, что происходит. Смотри. Все, взрывается, все, пошло, поехало. Бабах. Смотри, как летает все. Ну-ка, давай туда, пониже спустимся. Ух, салют, ребят, это все ради вас, ребята. Я поздравляю вас с 70 тысячами. Спасибо вам, что вы есть. Ах, салют из ТНТ. Фух, смотри, какие масштабы тут. Масштабы разрушений просто прикольные. Ну, конечно, не сравнить с суперновой то, что у нас было до этого, да. Ну, тоже вполне не слабо, ребят, вполне не слабо. Я надеюсь, что скоро мы в честь всего этого и построим и 150 тысяч
и 200, и 500, ребята. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. Канал Funny Games TV, ребят. Ну что, и давайте напоследок, я думаю, установим... где эта бомба? Бомба. Вот она, наша супернова. Называется. Давай попробуем. Так, а редстоуном загорится, нет? Может быть... Вот, вот так, да, во. Редстоунный блок, и давай разнесем уже это место все вообще полностью. Посмотрим, что наша супернова здесь натворит с этим местом. Прикольно получилось, взорвали мы все эти ТНТ. Сейчас еще вот супернова взорвется, и вообще будет круто. Ну что ж, ребят, вот она, супернова взорвалась, и ты посмотри, что осталось от того места, где у нас было написано 70 тысяч подписчиков, и огромными буквами было написано «Спасибо». Ты посмотри, что от этого места осталось. Тут просто одна большая какая-то, я не знаю, дыра, вмятина, просто воронка, огромная воронка. Ну что ж, ребят, спасибо вам, что смотрите мой канал, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, если вам понравилось. Поздравляю вас с 70 тысячами подписчиков на нашем канале. Ах, я залетел в воду. Давай, вылетаем. Вот, отлично. Так. Да, ставим лайки, ребят. Подписываемся, не забываем. Всем всего хорошего, ребят. Вы были на канале Funny Games TV. Меня зовут Максим по-прежнему. Еще раз огромное вам спасибо, ребят. И до новых встреч. Увидимся в новых видео. Всем пока.